Всем привет! В одном из прошлых видео я показывал, как можно скачать любые образы официальные Windows 7, Windows 8 и Windows 10 с официального сайта Microsoft. Для этого на странице загрузки мы использовали специальный скрипт, который вводился в консоль разработчика браузера. После этого чуть позже еще вышла программа, которая позволяет это сделать автоматически. Тем не менее, кто-то может не захотеть использовать программу или какой-то непонятный скрипт. Такие пользователи могут скачать Windows 8 оригинальный с официальной страницы вот с данным адресом или Windows 10 с официальной страницы с таким адресом. А вот как быть с Windows 7? Windows 7 так просто не скачаешь. Тем не менее, способ сделать это без скриптов и программ остается. Как это сделать? Заходим на любую из указанных страниц, в данном случае на страницу загрузки образа Windows 10. Нажимаем правой кнопкой мыши по полю «Выбрать выпуск» и нажимаем «Просмотреть код». В вашем браузере может чуть иначе выглядеть, в Google Chrome вот так. Он нам выделяет тег в HTML, который отвечает за это поле выбора версии Windows. Раскрываем его с помощью стрелочки и выбираем вторую опцию после «Выбрать выпуск», там, где просто Windows 10. Дважды нажимаем по числу в поле «Value» и вводим определенное число. Список этих чисел я покажу чуть позже, плюс еще будет под видео. Я ввожу 8. Нажимаю Enter. Собственно, наша задача уже выполнена. Закрываю консоль разработчика. Выбираю Windows 10, то есть первое поле, для которого мы меняли число. Нажимаю «Подтвердить». Выбираю язык. Пускай будет русский. «Подтвердить». И как вижу, меня отправляет на загрузку Windows 7 максимальная на русском языке, которую я могу скачать 64-битную или 32-битную. Причем загрузка работает. Правда, сейчас я загружать не буду. Вот, насчет чисел, которые мы туда вводим. Ну вот их список. 8 Windows 7 максимальная, 4 Windows 7 профессиональная, 6 Windows 7 домашняя расширенная, 2 Windows 7 домашняя базовая и 28 Windows 7 начальная. Вот таким образом можно скачать. Надеюсь, все было понятно. Спасибо за внимание. Удачи!